Аграрии Ульяновской области завершают сезон. На финише уборка кукурузы. Лидер по уборке «Царицы полей» – хозяйство Чердакринского района «Золотой теленок». Средняя урожайность кукурузы в этом сезоне составила 95 центнеров с гектара. Как отметили в областном министерстве агропромышленного комплекса, это лучший результат не только по Ульяновской области, но и по Поволжью. Сами работники хозяйства отмечают, если бы погода не подводила, результат мог бы стать лучше. В целом получается нормальный урожай. Просто дополнительные затраты были по условиям, погодных условий были такие. Но была и засуха, были и дожди, а в данный момент осени уже переувлажнение тоже. Приходится все же вот так бороться за урожай. Посеять капризную культуру в хозяйстве решились 4 года назад. Начинали с малого. Сеяли на площади в 40 гектаров. Наблюдали за урожайностью и возреванием, подбирали семена и удобрения, благодаря которым можно было вырастить оптимальный урожай. В этом году было высеяно уже 100 гектаров. Технология, в принципе, классическая. Значит, использовалась зябь. Предшественник был выбран из зерновой группы, яровая пшеница. Посеяна сеялкой Werner Land, высеяно 80 тысяч растений на 1 гектар. В Чердаклинском районе убрана кукуруза на площади 1500 гектаров. Это 49% от плана. В целом же по урожайности технических культур Ульяновская область занимает 3-е место в Приволжском федеральном округе. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Улправда ТВ.